Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Сегодня, в Международный день сельских женщин, в Новосибирске чествовали жительниц деревень области. На торжественном собрании слова благодарности звучали в адрес лучших доярок, поваров и фермеров. Алия Арзаева о женщинах в русских селениях. Выходите сюда, выглядывайте, где они. На. Всю свою жизнь Саруар посвятила селу. Ее помощница и опора – дочь Наталья. Хозяйство они ведут вместе, держат кур, поросят, кроликов. Нет суеты, по крайней мере, городской. Мы привыкли в селе жить. Работа. Как ко всякой работе, так и так привыкаешь. Бежишь. 5 утра было на дойку. Так же утро, вечер. Дояркой Саруар проработала 35 лет и даже на пенсии продолжает заботиться о дойном гурте. Вклад таких женщин в развитие нашей области отмечают сегодня на празднике «Селянка». Спасибо за то, что у нашей области есть будущее. Есть будущее до тех пор, пока есть люди. И вот вы, прежде всего, заботливые, милые женщины. Жизнь селянки не ограничивается домом и работой. Как доказательство – мастер-классы. Здесь и роспись по стеклу, и игрушки, которые рукодельницы создают из подручных материалов. Сделана такая рогаточка. А это пакетики целлофановые. Смотрите, какие у нее бусы красивые. Вообще, прелесть. Около 700 тысяч женщин живут в селах Новосибирской области. В России больше 20 миллионов, а во всем мире около 2 миллиардов. И без преувеличения именно на их плечах забота о том, что будет кушать сегодня каждый. Алия Арзаева, Евгения Геев, Алексей Зубило. Новости ОТС.